Привет! Берем доску обыкновенную. Она вот такая шершавая. Ее бы побрить немного. Шлифуем зерном 40, потом 80 и потом 120. Получаем гладкую доску. О, так-то лучше. Гладенькая. Теперь распустим ее на ширину 55 мм. Хорошенько шлифуем доски из торца, а то заказчик у меня очень серьезный, еще забракует. Далее закругляем на концах широкие доски, зашлифовываем. Доски все готовые. Получили 4 доски длиною 1,58 м, 3 доски длиною 1,22 м, 2 доски длиною 41 м, и здесь 2 уголка длиною 34 м. 10 минут 19 декабря, пока заказчик спит, пора собирать наши доски. Я заранее зашлифовал все углы, собрал всю конструкцию воедино и проверил, чи все работает хорошо. Потом принес их домой. Как видим, все получилось аккуратненько, собрано на уголках, стоят два раскоса. Все саморезы будут спрятаны внутри и снаружи ничего не будет видно. Также прикупили гирлянду на батарейках, она безопасная, сколько будет светить, не знаю, но мне она нравится. Далее из ранее купленной ткани делается раскрой и шьется уже по месту все компоненты. Так получилось, что работа была закончена только в 6 утра. Время очень много заняло, но зато получился хороший результат. Парень просыпается с утра и не верит своим глазам, что у него теперь есть свой домик, и его не нужно больше строить из одеяла, простыни и прочего подходящего материала. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.